5 января по 28 февраля проводится операция «Снегоход» по Тверской области, в частности, и в Балаковском районе. На основании постановления главы администрации была создана рабочая группа во главе с председателем Новожиловым Михаилом Анатольевичем, в которую вошли в состав рабочей группы участковые инспектора, сотрудники ГИБДД, сотрудники ГИМСа, которые оказывают нам помощь в предоставлении снегохода. В ходе проведения операции было досмотрено более 50 снегоходов. У 21 владельца были выявлены различные нарушения. В данный момент остановлен гражданин, управляющий снегоходом, у которого в наличии все документы, но есть нарушение административного законодательства. Зарегистрировано транспортное средство с неустановленным регистрационным знаком. Самыми же распространенными нарушениями, как выяснилось в ходе проведения операции, являются отсутствие техосмотра и документов на данный вид транспорта. На всех нарушителей были составлены протоколы, и нерадивые владельцы снегоходов привлечены к административной ответственности. Приобретая снегоход, не стоит забывать, что это не средство для развлечений, а серьезный вид транспорта, и здесь нужно соблюдать также правила движения, иначе это может привести к плачевным результатам. Инспекция гостехнадзора Тверской области призывает всех владельцев соблюдать правила государственной регистрации самоходной техники и быть предельно внимательными при эксплуатации внедорожной техники. По всем вопросам владельцев снегоходов просьба обращаться в инспекцию гостехнадзора по Балаговскому району или по телефону 223-59.